Силы, возглавляемые Эр-Риядом аравийской коалицией, задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход, сообщил иранский телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя йеменской нефтяной компании Исаама Аль-Мутавакиля. Он сообщил, что силы коалиции захватили танкер «Вивиана», перевозящий 30 314 тонн дизельного топлива, и воспрепятствовали его заходу в порт Ходейда, несмотря на прохождение досмотра и получение разрешения от ООН. По словам Исаама Аль-Мутавакиля, за последнее время это уже второй подобный случай с танкером для Йемена, получившим разрешение от ООН. В минувшую пятницу коалиция арестовала судно «Воспауэр».